Также в рамках муниципальной недели депутат посетил мебельную фабрику «Лидер», расположенную в городе Щелково. На мероприятии сотрудники фабрики смогли задать интересующие их вопросы. По словам депутата, фабрика «Лидер» – одно из производств, которое постоянно развивается, совершенствуя свое оснащение и тем самым вносит стабильный вклад в экономику района. На встрече обсудили не только условия работы непосредственно на предприятии, но и вопросы социальной сферы – образования, здравоохранения, спорта. Понятно, что люди интересуются не только здесь условиями работы, но и социальной сферой, и медициной, и образованием, и дошкольным образованием, детскими садами, дорогами. Ну, то есть отмечают сдвиги и серьезные в Щелково, гораздо комфортнее стало жить, но, однако, и проблем много. Но и все у нас зависит от того, насколько мы разовьем вот такие производства, чтобы получать как можно больше в наш бюджет средств для решения других задач. В целом предприятие работает, работает неплохо. Владимир Шапкин отметил, что в целом производственный сектор весьма развит в Щелковском районе. Сейчас на территории муниципального образования работают порядка 150 предприятий различного профиля.